огурцы, лук, помидор, ну, крем-фреш. Конечно, вот, ребят, вот это и есть вот этот сюрстрёмик. Как сильно чем воняет? Когда ну, открыл, ну, воняло как туалет. Ну, реально прям целая, а у других она прям еще уже такая пропавшая. Как раз очистится снутри. Ну, я просто, мне интересно, почему они едят это? Ребят, всем привет! Приветствую на канале Старых и Новеньких. Правильно, по названию уже все понятно. Буду сегодня пробовать сюрстрёмминг. Кто не знает, это шведская такая специалитет, да? Ее на видео много видал, многие уже засняли там, как ее хавают, да? Рыгают от этого. Мне просто стало самому интересно, на самом деле это так или нет. Поэтому я решил сегодня испробовать это, и все. Сейчас жду своего брата, он решил меня поддержать в этом деле. Ну и тем более он еще сказал, что типа он бы ее съел, и даже бы ему было бы все равно, как он ест вот этот сыр и вот эти вонючие, поэтому ему было бы все равно. Поэтому я ее заказал, купил, и сегодня мы ее будем дегустировать. Но я решил ее, наверное, пробовать не так просто, там попробовал, открыл эту. Я ее хочу попробовать, как они ее пробуют, как шведцы ее и пробуют. Приехали на дачу. Уже, короче, тут приготовили. Сейчас я вам покажу, что мы закупились. Огурцы, лук, помидор, ну, крем-фреш. Конечно, вот, ребят, вот это и есть вот этот сюрстрёмминг, о котором все, ну, там показывают видосы, когда его открывают, начинают рыгать. Сейчас мы будем пробовать, правда это или нет. Сейчас, короче, пока все нарежем, приготовим. Как шведы это кушают, ну, приблизительно я посмотрел, и тоже хочу так поесть. Куда ты? Если как... Да кидай просто на пол, какая разница. Сейчас вот это быстро нарежем. Вот так, Лео, einfach einmal so. Не, ну тут почистить надо, да? Ну, я что делаю? Окей. Короче, сейчас приготовим. Ну, самое главное, ингредиент это вот это вот. Ребят, жесть. Ну, по видео, как смотрю, жесть. Сейчас посмотрим. Био, био, можно кидать, Лео. Био, оно же... Ладно, уберем. Уберем. Короче, сейчас все нарежем и включимся, так что не переключаться. Ребят, сейчас, короче, начинаем. А, знаешь что? Надо это, куртку надо снять. Потому что если сейчас замажусь, пойдем открывать его. Пойдем вот сюда только, отойдем. Она будет брызгать, как я слышал. Я это лучше закачу нафиг. Нет, ты подойди сюда поближе. Не, ну ты подойди сюда поближе, Лев. Снимай ты. Лёйка. Я не хочу сейчас обрызгать. Ага. Че, готов? Сейчас воздух. Я чуть нюхаю. У меня нос еще забитый. Как с туалета. Да? Фу, да? Дай я понюхаю. Есть чуть-чуть. Но она еще не открытая, ну иди понюхай. Да ладно, так понюхай. Да ну на. Вкусно пахнет. На. Да? Конечно, а что она пахнет-то, как пахнет? На. Ну-ка держи, Лев. Давай я сейчас еще больше ее открою. Я что-то не верю. Почему все так паниковали, когда ее открывали? Ну да, я еще понюхаю. Сейчас понюхаешь, я ее открою. А вот нормальная селедка она выглядит. Да, я понюхаю. Ну-ка. Если что, у нас стол есть, да? Я вообще ничего не нюхаю. Давай на стол. Ты что-то нюхаешь? Ну да, она воняет чем-то нафиг. Ну не так сильно, чем воняет. Когда открыл, воняло как туалет. Ее будешь кушать, она будет вонять, конечно. Фу! Вот теперь я понюхал. Да. Да не очень, они, мне кажется, ноги перебарщивали просто. Ну да. Нет, нет. Да, штык, да. Все, давай, пробуем. Не, есть, конечно, ее опасно. Пахнет. Бежит? Отсюда уже пахнет, что-то запах прям больше и больше стоит.
вино. Давай, пробуем. Где вилка? Не вилку, а ножик. Что-то сейчас она заманяла. Пузыри поднимаются потихонечку. Газы. Смотри. Оно. Фу, меня аж стошнило. Вот, видишь? О, тут воняет, да, сейчас? Ну ешь. Смотри, она прям целая, а у других она прям еще уже такая пропавшая. Мне кажется, у других она еще пропавшая. Она еще, видишь, еще такая нормальная, более свежая выглядит. Ну, аппетитно, да? Что, ты первый, ты же сказал? Так себе, аппетитно. Окей, короче, Лео, вот тебе бутерброд, вон эту машь. Так, все, вот на бутерброд положили, то есть сделаем. Ну как тебе удобнее? У них она другая, по-другому выглядела, чем эта. Давай тут так держи. Видно, что она закрытая, там кишки не будут. Я не знаю, что там. Ну ты откусывай просто и все. Че? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ты же сказал. Что, не, надо было проглотить, Лео? И что, как вкус? Ахзо, вон вода, если что. Что, не в гейт нич? Никак не идет. Там еще икра или что-то такое было внутри. Икра, ну дай, Яна. Ну давай. Кто? Сейчас папа. Давай, пробуй. Ну, я просто, мне интересно, почему они едят это, эти шведы? Побольше рыбки. Чё? А вы всё? Что, не идет? Нет. Это смешно, конечно, но... Фу, теперь это запах, ребят. Да. Я, короче, на них смотрю и... Ну давай, ты пробуй. Ой-ой-ой. Хотя бы один давай скушай. Хотя бы одну рыбу полностью скушай. Полностью просто ее вот так, да. Он сейчас проглотит. А, нос закрывает, не считается. Ты меня снимай. Да, вот так. Я не смогу, наверное. Попробуй. Не полезет. Просто целиком, она же не... Ну пускай. Не едовая, ничего. Все кишки у нее выйдут. Давай. Как раз очистится, смотри. Я уже не могу. Да нет, я не могу. Закидывай в рот, ты себе это просто представляешь. Да он не сможет. Давай. Нормальная, вкусная, как копченая же. Выкинул. Я не знаю, кто такое деликатесом считает. Они, конечно, не совсем. Лео, сколько стоит этот деликатес? Положим сюда. Может быть, кошке понравится. Да, наверное, даже коты не будут кушать. Но мы не попробовали так, как шведы это продают, кушают. Да, попробуй сейчас, как они. Как? Ну, ты поел чуть-чуть? Кого? Как шведы. Вот, они так и едят.
но я хотел... Знаешь, что надо сделать, мне кажется? Там потом за дровами ходить будем. Я тоже так. Короче, я понял одно. Кто говорит, что китайцы придурки, или азиаты, которые жрут всякие эти, как их, насекомых, это нормально. Ребят, вот это говно. Это ненормально. Они, знаешь, как ее, по-моему, еще едят? Они ее отмывают под водой сперва. А, может быть, да. Не, ну, я не смогу сейчас ее есть больше. Да, так желудок, даже закрытую рыбу. Ничего не вытащили. Все, отравите себе желудки, дураки. Прямая, с ума сошли. Короче, никак не заходит. Никак не заходит она, короче. Это рыба. Хотел попробовать, как они, но... Ты, мам, будешь пробовать? Найн, боже упаси. Вот. Короче, не удался нам ужин. Не, ну я... Как некоторые-то едят, ведь пошли достать. Они не представляют себе так плохо это. Тебе там не плохо? Кошмар какой-то. Не. Кама, конечно, шанс. Ну, невозможно ее есть. Все испортили, можно все выкинуть, как есть, вот так в огонь все выкинуть и сожечь. Я вам на эту гипонию выкину. Запахом пропиталась. Я тебе, если ты ее сюда выкинешь, тут все подохнут потом. Пускай некому здесь залазить. Так что, ребят, я не могу ни то, ни то, все уже. У меня все воняет еще. Руки все воняют. Сегодня вечером купишь себе нормальную рыбу дома. Приготовить после. Ты будешь есть потом? А? Фу. Завтра будете рыбу. Давай. Надо спросить, может, взять ее на улице кому-нибудь и предложить, кто за деньги бы ее съел. Она у них, если когда я смотрел видео, она уже была такая вся распавшая у многих. А ты где это купил? Вообще нельзя, даже рядом с ней нельзя стоять. Как это вообще? Так что, ребят, кто хочет, пробуйте сами и потом сами, короче, поймете. Я не верил, ну, то есть я верил, но я не думал, что так прям. Я ее вот чуть-чуть откусил буквально и все. Смотрите, вон пузырьки. Смотри, бордит она еще. Еще бордит. Фу-фу-фу, как воняет. Катастрофа, катастрофа. Не. Ладно, на этом все, мы закончим. И это как... Ужас. Лайк, подписка там, не знаю. Все хотел попробовать, просто это не деликатес для меня. Это полное... Там надо в баню сразу идти, а не руки мыть. Так что, ладно, ребят. Я не могу. И все воняет. Так что все, давайте, до свидания. Кстати, не забывайте поставить лайк под видео, ну там подписаться, сами знаете. Пока.